Мадрид взял паузу, там никак не могут решить, экстрадировать или нет в Казахстан Александра Павлова, бывшего телохранителя оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Активисты Астаны, уверенные, что дело о теракте сфабриковано, собирают подписи в интернете и призывают власти Испании не выдавать Павлова на родину, поскольку в казахстанских тюрьмах применяют пытки. В посольстве Испании в Астане петицию не приняли, сославшись на завершение рабочего дня. Это угроза всем рядовым гражданам. Якобы любого мы вас можем, и кто свяжется с Аблязовым, любого мы вас можем привлечь к, чуть ли не по терроризму. Гражданские активисты Дмитрий Щелоков и Ренат Кибраев решили отправить обращение королю Хуану Карлосу I через испанское посольство в России. Тут пообещали передать петицию в нужные руки. Мы сегодня передали в испанское посольство в Москве петицию о том, чтобы Испания не выдавала Александра Павлова Казахстану. А вот на моем плакате было написано «Не выдавайте Павлова террористам». Смысл именно в том, что его обвиняют в терроризме, но обвиняют те, кто сами организовал вот этот псевдовзрыв, которого и не было, да? Однако вероятность того, что власти Испании прислушаются к требованиям сотен активистов, ничтожно мала. С недавних пор Казахстан и Испания – дружественные страны. У двух государств подписан договор о стратегическом партнерстве, а также пакет соглашений о сотрудничестве в уголовно-правовой сфере. Плюс ко всему король и отец казахстанского народа договорились о сотрудничестве в области военного самолетостроения. Андрей Заокский, Алексей Аносов, Москва, телеканал 16-12.